Белая береза. Часть вторая. Однажды Паша принес ей новую книгу христианского автора. «Я знаю, ты всегда любила читать». Потянул он ей подарок. «Смеешься? Я же не могу, мне нельзя. Совсем ослепну. Ты этого хочешь?» «Нет, я хочу, чтобы мы вместе читали. Я буду читать вслух, а ты будешь слушать». Наташа с трудом подавила в себе упреки в адрес верного друга. С того дня светлыми летними вечерами, сидя на деревянной лавочке под белой березой, молодые люди читали. И как была благодарна Наташа Павлю за эти чудесные тихие вечера. Однажды Павлик пришел к ней особенно оживленным. «Что случилось?» – надевая очки, спросила Наташа. «Смотри, Наташка, какую статью я почитал в районной газете. Садись удобнее, я сам прочту». И он почитал ей небольшую, но пробирающую до слез статью о приюте для слепых детей. Руководство приюта взывало населению родного города о помощи. Многие дети не имели родителей. Условия их жизни были очень тяжелыми. Не хватало обслуживающего персонала, учителей. Никто не хотел работать с несчастными детьми за мизерную зарплату. Дети, страдавшие таким недугом, чувствовали себя еще более несчастными. «Наташа, ты как скажешь? Ты как хочешь?» «А я решил им помочь. Если каждую субботу проводить с детьми, то можно хоть чем-то украсить их жизнь. А потом им можно сказать о Боге. Ты не хочешь мне в этом помочь?» «Я? Чем же я, сама почти слепая, могу быть полезна детям? С таким настроением ничем. Вот уже год тебе хочется, чтобы жалели только тебя, думали только о тебе одной. Да и в помощи ты нуждаешься больше всех. Из жизнерадостной девушки ты превратилась в капризную зануду». Павлик не ожидал, что все это вдруг скажет, но, сказав, схватил с журнального столика свою газету и быстро вышел из комнаты Наташи. Дома он упал на колени и стал молиться о девушке, которую только что обидел, но он сказал ей правду. Павлик не приходил к Наташе целую неделю, и тогда она сама решила пойти к нему. Почти год она не выходила за калитку родного дома, кроме как врачу. И вот теперь она хотела попросить прощения у своего лучшего друга, который не оставил ее одну в самое тяжелое время жизни. Наташу встретила Пашина мама, Зоя Михайловна. «Наташенька, проходи, сейчас я тебя чем-то угостю и дам тебе чаю». «Да нет, спасибо. Я на минутку, Зоя Михайловна, и только хотела узнать, как у Паши дела». Зоя Михайловна гостеприимно усадила девушку на диван и сама села рядом. «Уже неделю его почти не вижу. Каждый вечер приходит поздно, занимается оформлением каких-то бумаг. В общем, устраивается на работу в приют для слепых детей. Не на полное время, конечно, а несколько часов в неделю. Уж очень хочет Павлик помочь бедным ребятишкам. Молодец он у вас!» Почему-то с грустью сказала Наташа и заспешила домой. Она снова обняла белостволую березу, по ее щекам текли горячие слезы. «Кажется, теперь я теряю и Пашку. Ему теперь не до меня. Правильно, он прав, а ведь он просил
меня помочь ему, если бы он снова пришел, хотя бы еще один раз, говорила сама себе Наташа. Паша пришел только в воскресенье, после утреннего богослужения. Он вел себя так, словно ничего не случилось. Без умолку, громко, на весь дом, парень рассказывал Наташе о том, как добился разрешения 10 часов в неделю проводить в интернате со слепыми детьми библейские уроки. Ребята из церкви были рады помочь другу. «Представляешь, Наташа, в понедельник будет мой первый урок. Я страшно волнуюсь. Накупил пособие для уроков воскресной школы. Конечно, самому не справиться, но ребята будут помогать. А потом, может, и ты». Паузу нарушила Наташа. «А ты думаешь, у меня получится? Я уже столько времени не была в церкви». «Конечно, получится. А насчет церкви? Ты права, но и это можно исправить. Одевайся в лучший наряд и поедем на вечернее богослужение». С каким душевым трепетом, с какой радостью ехала Наташа в церковь. Только теперь она поняла, что посещение служителей на дому не заменяли ей чудесной атмосферы богослужений. Слезы струились из глаз девушки во время проповеди и молитв. Паша, видя Наташины слезы, всем сердцем благодарил Бога, ведь он знал цену этих слез. Когда Наташа впервые переступила порог приюта для слепых детей, ее душа вознесла благодарность Богу за то, что она может видеть, может быть полезной этим неуверенно двигающимся малышам. Убогой была обстановка, в которой жили дети. Слепые дети не играют игрушками, поэтому в их комнате нет ни мячиков, ни плюшевых мишек, ни зайчиков. У них нет цветных карандашей и акварельных красок. Да и что может быть, и что может нарисовать слепой? Мир этих детей был наполнен лишь звуками. Ребята слушали и заучивали песни, стихи, сказки. Те, кто был постарше, учились видеть кончиками пальцев. Как хотелось Наташе обнять и приласкать всех этих детишек, сказать им слова утешения, ведь она их так понимала. В первую очередь верующие помогли ребятам с одеждой и самым необходимым для нормального быта. Все это и все эту щедро понимали и жертвовали для приюта в церковь. Наташе казалось, что именно сейчас и началась ее настоящая жизнь, наполненная смыслом. Она много читала, не жалея свой класс, молилась, придумывала всевозможные занятия и игры с детьми. И вскоре они стали узнавать ее не только по голосу, но и по шагам. Через год девушка получила место воспитателя в детском приюте. Наташа уже не мыслила жизни без ребят. Однажды, тихим июльским вечером, Паша снова пришел в Наташин дом с огромным букетом красных роз. На нем был новый костюм и галстук. Парень выглядел таким же робким, как и 3 года назад, когда впервые пришел к ней самым важным в жизни предложением. «Паша, ты чего?» Звонкий Наташин смех наполнил весь дом. «Наташа, будь моей женой!» Почти умоляюще предложил парень. «А ты уверен?» Рассмеялась девушка, кладя на его красные, как розы, в руках щеки. «Иначе бы не пришел. Я же тебя очень люблю и сильно люблю», признался Паша,
забыв отдать девушке букет. Эти слова прозвучали удивительно, просто из уст невысокого и невзрачного на вид, но такого замечательного человека. Пашки из соседнего дома. Наверное, потому что сказанные они были от всего сердца. Наташа, выхватив пышный букет из рук парня, закружилась с ним по комнате. «Разве я могу сказать нет? Я же не могу жить без тебя, мой самый лучший, самый добрый друг Пашка», — наконец сказала Наташа, остановившись возле него. И он был счастлив, как никогда. Теперь они вместе, всюду, и дома, и в церкви, и в своем христианском труде. А летом под ветвями белоствола березы на шелковистой траве играет их три карапуза сына – Миша, Гриша и Антошка. И белая береза простирает к ним свои нежные ветви, словно хочет укрыть от беды и невзгод.